Это Ред, я ранен. Взрывайте его. Это Тошка, я вошел, у меня TeamSpeak еле заработал. Что происходит? Запада что-то едет. Фиш, прием. Вы скажите, что происходит? Обоев, скажи, что происходит. Ты скажи, базу захватили или что происходит-то? Тихо, здесь враг вокруг, блин. Такой ли врага? Все нашел. Тошка. Не усади его. Вы скажите, что происходит? Танк сошел. Почти все наши убиты, кроме обоих. И что нам делать? А что теперь делать? Карте пометили танк минус. Тошка, скажи мне, пожалуйста, ТВ только очень тихо. Это просилось, но... Не могу. Все, тихо, тихо, я слышу.
Мы танк уничтожили или нет? Я говорю, мы танк уничтожили или нет? Уничтожили. Так напиши. А вы на карте метку поставили, что танк минус А0 и ПДВ доложили? С востока что-то едет. Вы ПДВ сказали, что танк минусанули? А ты вот кто-то подобрал. А, вижу машину, заправку какую-то. По югу едет, по югу едет. Грузовик едет без колонки. Грузовик подъехал без колонки. Он, видимо, кого-то подобрал. Обоев, обоев, твою мать, обоев, что ты тут делаешь? Дай, блядь, с трех ран. Кто-нибудь видит Терек Залиурта? Давай по грузовику. Открывай, конечно.
Давайте шаг сделаем. И потом скажите мне ДВ после шага. Прием. 922. Прием, скажи мне ДВ. Если есть возможность, убивай. Точно. Тошка, ты здесь? Далеко? Да, видишь, я тебя вижу. Левее поверну. Он убежал. Ищу здесь. Это враг убитый, я его ищу.
чё, непонятно. Тошка, живой еще? Ты тут не мелькай, сюда смотрит наблюдатель, скорее всего. Я отсюда работаю. Обоих пошли. Лесной хребет надо. Какое-то смутное ощущение, что я заводил Терекса. И правду. Быстрее, 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 быстрее. Со стороны базы. Откуда ты не видел? Из лесного хребта. Живой там? Снова хребта. Шу их рац. Я сейчас не буду.
Ну я зачищал, походу, один. И нашел только труп. Ваши даже шаг не сделал. Блин, охранение называется. Я не понимаю, чего они ушли. Я им писал позицию отделения охранения. Они взяли внутрь, зашли. Я им не говорил внутрь заходить. Это какой-то. Что же Google? Зачем там нужно? Я-то два раза был на грани смерти, просто реально на точке сброса. И меня убили уже там, ну, реально, когда уже гоняли.